Всем привет! Сегодня поговорим о том, как редактировать меню загрузки, потому что иногда после удаления программ могут оставаться какие-нибудь там всяческие следы или значки, которые вот через обычное там меню не удаляются. Вот какая штука. Так, как же тут поступать? Значит, вот меню загрузки. Правой кнопкой настройки идем вот сюда и открываем меню загрузки. Здесь ищем тот значок, который вам необходимо, и, скажем так, удаляем его через меню загрузки. Просто вот нажимаете, допустим, удалить. Вот у меня, допустим, этот значок программирования, он вообще мне не нужен. Вот я его беру и все, и спокойненько убрал. А с другими было бы, скажем так, довольно-таки неприятная штука. Значит, это вот все относится к Linux Mint Cinnamon 19 версии. Значит, вот как редактируется меню загрузки. Вот таким вот образом. Просто, дешево и сердито. Итак, посмотрим, как редактировать меню загрузки в Linux Mint 19 с рабочим столом Mate. Вот правой кнопкой. Так, о программе. Вот, редактировать меню. Ну, как видите, все то же самое. Вот планировщик, допустим, можно будет этот взять и удалить. Вот таким образом. Ну, посмотрим еще, как это дело делается на X-Face. Ну, а теперь посмотрим, как редактировать меню загрузки на Linux Mint 19 с рабочим столом X-Face. То же самое, вот правой кнопкой я нажимаю. Смотрим. Вот, изменить приложение. И вот здесь имеется, значит, список приложений. Ну, очевидно, принцип один и тот же. Поэтому смотрите там, выбирайте, как там, что вам вставлять, удалять и прочее. Думаю, что разберетесь. Принципы для всех рабочих столов одни и те же. Правой кнопкой мышки. Ну, в Cinnamon путь может быть несколько подлиннее. Ну а так, в принципе-то одни и те же. Вот. Ну ладно, желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.